И снова здравствуйте, приветствую всех на своем канале. Продолжаем прохождение, начинаем с того места, где я оставил персонажа. Так. Идем далее. Так. Привет. Так. Иди ко мне сюда. Хорош там махать, иди сюда. Ну, держи. Во. Так, что-то у тебя выпало. Ой. Да ё-парасеку. Ну, это что-то интересно, странно как получилось. Ну ладно. Ничего страшного. Ну. Мускулов не хватает. Почему-то. Парировать надо. Парировать. Иди сюда. На экрана. Бай. О, человечность прилетела. Так, там я был, там я был. Туда мне не надо идти. Самострел мне это не нужен. Пойдем сюда. Так. Ну, кто первый? Давай, ты первый. Держи. Так, ты следующий. Так. Молодец. Солдатик, давай. Отдыхай. Вот уже. Так. Идем дальше. О, здорово. Так. Готов. Ну. Готов. Что пацаны пишут? Берегись слева. Спасибо. Знаем. Судачок. Открываем. Смотрим, что. 5 огненных бомб. Спасибо. Идем дальше. Так. Ну, ничего так. Нравится игра. Нравятся враги. А что не сработает? Почему-то на лестнице не срабатывает удар. Он еще бомбы кидает. Ну. Давай. Что-то вообще не пойму, не вижу там ничего. Давайте, пацаны, держи. Ух ты, молодец, какой отпрыгнул. Неужели? Держи, парень. Отдыхай, время пришло отдохнуть. Намучился чай. Ничего не понимаешь. Держите в спину. Пока. Так, открываем. Вот что значит люблю я отмычку. Везде пройти можно в начале игры. А так пока ключ это найдешь. Золотая смола в начале игры прям отличная вещь. Я всегда ей пользуюсь. Нравится очень. Шлем выпал. Ну, шлем мне не нужен. Так, теперь этих друганов. Так. Крадемся, нет? Поближе. Ай-яй-яй-яй-яй, ну как так-то, а? Ну как так, я не могу подойти. Давай ты иди сюда тогда. Сейчас бомбами начнет кидать. Бомбами начнет кидать. Ну я же говорю.
Так, готов. Пока, парни. Так, душу забрал. Ну, пока ничего новенького я не заметил, кроме высушенных пальцев. Теперь они находятся... О, копейщик. А ты как сюда попал? Ну. Эх, репост. Жалко. Не проходит. Непонятно. Не понял, а что, фляжка подлетела, что ли? Нет, две уже вроде было. Так, как ты, парень, умер? Ага. Так, понятно, все с тобой. Ладно, идем дальше. Так, теперь с тобой. Как у тебя дела? Здорово. О, кровотечение срабатывает неплохо вообще. Радует, радует нож. Очень радует. Прям с ним одно удовольствие играть. Ну, парни, давайте теперь вы по очередности. Ну, в очередь, в очередь. Ну, куда вы... Почему такие удары делаете? Вы такие удары вроде не делали. Почему такие удары делаете, а? Ну-ка. Держи, один готов. Так. Другой. Не понял. Держи, второй тоже готов. Парни, спокойной ночи. Вечный вам сон. Хотя вечный вам не появится. Если я умру, вы появитесь опять. Так, идем далее. Что здесь у нас? Парень с бочкой. Так, ну что? Сейчас покатит. Ну давай, 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 решайся. Решайся. Ну ты чё? Не успел. О-о. Ну. Пока. Готов. Так, там черный рыцарь, к нему пока не пойду, наверное, не знаю. Ну, в принципе, и наверх тоже идти. Можно отмычкой открыть, но там Хавел, не знаю, уж давно с ним, лет 5 не дрался. Наверное, его тайным помню. Один удар, и все, персонажу моему хана придет. Так... Здесь ящерка была. Да. Ящерка, стой! Все. Два мерцающих титанита и обломок. Один. Один, что ли? Так, посмотрим. Да. Обломок титанита и мерцающий титанит. Это на прокачку оружия. На прокачку оружия. Так, ну чё, к боссу пойдем. Боссу две фляжки, даже не знаю, что делать то что же делать то что же делать что же делать что же делать то как быть то две фляжки мало. Ладно, пойдем к Черному рыцарю сходим. Может, там попытаем счастье. Ну, тоже один удар на нетренденс придет. Так, ну давай, парень. Ух. Ну, здесь мы медленнее, чем в третьей части. Держи. Ой, уран маленький какой. Ну давай. Да ничего, нормально, вроде терпимо. Так. Давай.
Так, ну... О, нет, нет, нет! Все, мне стамину выбил. Да, чудес. Ну, ну давай. Есть. Она. Все. Пляжек не хватило. Ну, ничего страшного. Сейчас вернемся. Сразимся с ним. Ладно, погнали. Давай идем сюда, бедолага. Будем с тобой драться. В который раз. Так, теперь ты. Готов. Так, теперь ты. Да нет, вроде камера опять так же стала. Крутится, вертится. Борьба с камерой. Могли бы исправить это разработчики. Еще не умер. Так, могли бы исправить это разработчики с камеры. Пойдем сюда. Что, стамину качал, качал все равно. Как говорится, мало. Так, ты до свидания. А ты тоже до свидания. Так, давай ты теперь. Тебе в спину. Пока. Так, с этими я драться не буду, сюда заходить не буду. Хотя нет, надо зайти, он прибежит, они прибегут. Держи. Все, отдыхай. Вот не знаю, прибежит, нет. Тоже на всякий случай избавимся от него, чтобы за спиной никого не было. Те-то не прибегут, они там останутся. Так, пойдем дальше. Ну чё, парни? Держите. По одному, по одному. По одному, я один, а вас двое. Так нечестно. Ну, давай. Что-то не прошел репост. Не-не-не. Да, в этих узких пространствах не очень драться нехорошо. Это плохо, плохо. Так, ну, держи в спину тебе. Как ты не стрелял в меня. Три человечности. Чё-то поиск предметов какой меню? 165, чё-то ничего не упадает с них. Ну, давай идем. Ты первый. А, вот почему-то ты так опять. Посмотри, что делает. Спокойной ночи. А вот они, я же говорил. Обязательно придут. Да что ты будешь делать? Ух ты! Так. Давай с тобой, парень, разберемся, копейщик. Ну, чё крутишься? Готов. Кровотечение сработало. Вот. Чё дали? Огненная бомба. Классно. Теперь ты. Да, не хватает выносливости, конечно. Ух ты. Да.
Интеллект что ли подкрутили им? Что-то такие умные стали больно. Нет, с вами как-то надо пока вот так еще разбираться. Так, готовы. Готовы. Так, ну чё? Черному рыцарю. О, одна фляжка. Ну все, наверное, с ними я не смогу. Непобедим. Ну. Что будешь делать? Нет. Так, ну. Так, наверное, опять проиграю. Так. Идем, идем сюда. Не-не-не, щитом не надо. Щит не нужен. Давай, сам. Держи. Блин, одна фляжка. Это плохо. Так. Что-то я тормознул. Ну, еще раз. Держи. Ну, еще чуть-чуть. Держи. Так. Еще чуть. Нет. Щитом не надо. Так. Ну, еще разок. Нет, щит не нужен. Давай так, мечом, мечом давай. Да что ты опять щитом своим? Да что ты? Ну, еще раз. Да, опять он победил. Опять тупо не хватило фляжек. Да, ну ладно, третий забег. Да. Здоровится маловато против него. Ну, иди сюда. Ты начинаешь меня, черный лис, уже раздражать. Так. Все, она тебе. Теперь ты иди сюда. Идем, идем. Давай. Да что ты рано так? Давай еще. Рано прожал. Ну, теперь нормально. Пойдем дальше. Ох, ребятуньки. Идемте. За мной! На битву зову вас! Один готов. Аккуратнее надо, тут так опять без фляжка приду. Ну. Да. Промахнулся. Да что ты будешь делать-то? Там невезуха какая-то. Да. Плохо дело мое. Ну. Так. Вот комбо у него, блин. Попадешь под него и хана будет сразу. Так, погнали дальше. По одному. О, попал все-таки. Камера опять подвела. Как говорится. Чушь вы все-то идете, а? Ну по одному. Можно по одному? Давайте.
Ну. Что-то у вас так много здесь. Да. Это плохо, что их много так. Да что ты будешь делать? Ты смотри, что. Давай. О, сразу троих. Вот это да. Но все равно плохо. Можно было бы и получше. Да, дела. Три фляжки опять. Опять три фляжки. Опять три фляжечки. Так, тебя надо убрать, парень. Готов. Следующий. Не-не-не. Да что ж вы двое-то идете все? Так, держи. Ты пока погоди. Давай. Так, выносливость медленно устанавливается. Так, теперь с тобой. Так. Тебе в спину. Так, следующий, сказал заведующий. Давай, идем. В спину тебе. Так, что-то из чего себя выпало? Ага, шлем. Шлем молодого бойца. Так, ну чё, давай с тобой попробуем опять. Ну, давай. Ух ты, 7 всего. Что-то прям. Так. Да что ты? Свой этот щит, давай этот. Иди сюда. Да что ты там? Опять своим щитом. Ты лучше не щит, давай. Да блин. Давай. Опять. Да ты чё, смотри, чё, а? Давай. Да нет, 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 нет. Вот, правильно. Третью часть давно бы убили они меня. Вот такие промашки. Оп. Так. Так. Да, нормально я подлечился. Ну как так, а? Что-то я не могу понять, почему он. Ну, нормально. Эх ты, просрал. Репост просрал. Да. Держи. Все равно фляжек нет. Тяжеловато с ним будет. Опять. Хана мне, наверное, придет сейчас. О, нет. Ха-ха, победа! 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 Ха-ха, наконец-то! Да, крутяк. Так, все равно назад возвращать. Так, а колечко надо забрать. Колечко со слезным синим камнем. Надо забрать. Пригодится. Пока колец нету, надо это хоть нацепить. Что пишете, пацаны? Бей удар в спину. Так, вот колечко лежит. Или может что-то другое сейчас здесь лежит? Вот.
Так, дальше идем. Так, что там у нас за колечко? Надо поставить его сразу. Где у нас кольца? F. Кольцо с синим камнем. Редкий самоцвет, названный слезным камнем. Реагирует на приближение смерти. Этот синий слезный камень из Катарины усиливает защиту владельца, когда тот в опасности. Поставим. Вот. Усиливает. Сейчас должен усиливать защиту на данный момент. Все равно что-то какой-то тяжеловатый. Надо кепку, мне кажется, убрать. Так, убрать надо ее. Тут что-то прям тяжелый. Прыгает что-то тяжело. Так-то все равно тяжело почему-то. Не знаю. Так, ну что, посидим. Так, прокачаем. Прокачаем. Так, прокачаем. Чё, ну, ловкость пока хватает. Наверное, выносливость еще подниму. Ну и. Даже не знаю, что. Так, а что у нас с этим? Ага. Ловкость у нас усиливает нож, да? Так. Вот так вот, наверное. 20 ловкости сделаю. Так, что у нас там будет? 75 уже. Посильнее буду бить. Так, все. Так. Обратить опустошение надо. Хватит. Страшно ходить. Здесь можно же возжечь? Ну-ка. Да, можно. Я же забыл. Можно же возжечь. Так, возжгли. Так, о, кто-то тоже играет магом. Так, идем дальше прохождением. Давай. Держим. Так. Тебе хана. Теперь ты. Так. Парни, давайте аккуратно. Не-н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 е. Нет, давай. Тебе в спину 208 ножом. Так, ну с этим тяжеловато будет. Тут трое, пять. Вот он так выпад делает, наверное, далеко достает. Давай. Ну. Так, хорошо. Отлично. Ну. Как тут промахнулся по мне? Нормально. Значит, моб тоже промахивается. Да, классно. Опять промахнулся. Рановато. Провожу парирование. Ничего. О, человечность прилетела. Неплохо. Так, вот этого надо убрать. Прибегает, бывает. Так, хорошо. Отлично. Вот тут прибегает, а тут не бежит. Ну. Парни, давай кто-нибудь. Так, сбиваю ему атаку. Ножом. Ну, давай. Что-то репостный вот на лестнице бывает не проходит.
Готов. Треснущий щит, но это мне нужен. Треснущий щит. Так, идем дальше. Держи, спину тебе. Так. Прибежишь ты, нет? Бежит уже. Бежит, скотина. Знает. Ну так нечестно. Дай забраться. Ух ты, парус, это я сейчас того. Давайте. По одному, парни. Не прям. Готов. Ну прям. Не хотите, да, спускаться? Не хотите никак. Ну давай, я поднимусь к вам тогда. Да, потрепали они меня. Бомбочку давай. Ты тоже бомбу? Тоже, ладно, обойду я. Не буду я прыгать, здоровье тратить. 7 фляг. Да, не очень, не очень, конечно. Так, 2 фляги. Вот, фу, 2 фляги. А, 2 бомбы. Так еще с этими надо драться. Ёлки. Как вы меня заколебали. Но... Так, отдыхай. Теперь ты. Ну, давай. Парни, вы здесь, наверное, скучаете, стоите постоянно, делать нечего вам. А мне надо идти дальше. Ну. Так. С этим тоже покончим. Еще один. Тебе в спину, дружище. Все, идем дальше. Так. Все равно что-то как-то он бегает медленно, как кажется, как будто. Че парни пишут? Бей перекаты. Какие перекаты? Кого бить? Не знаю. Так, ящерку я здесь убил. Что сделали еще красиво здесь? Так это туман один только. Больше ничего, наверное, не делали. Ну, такие деньги один туман сделали, и все. Да, дела. Ну, клавиши еще более-менее сделали. Вот так. Ну, ну как всегда. Отдыхай. Эх, еще бы это. Интересно, здесь делают репост такой. Так, ну, щит, я не знаю, нужен мне, не нужен будет. Так, а если мы... Так, 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 вот это уберем еще. И вот это уберем. Нормально будет. Так, и щит уберем, наверное. Щит я тоже уберу. Две руки нам возьмем. Ну-ка. Раз, два, три, четыре. Три надо. А так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть можно сделать. Но он нам много не даст сделать. Так, поставим на смолу. Тут у меня смола, вот она. Так, ну чё? Погнали. Так. Ну, давай. Привет, давно не виделись. Лет 5 назад встречались только. Давай. Неплохо.
Так, осторожно. Так. Давай, давай. Ну. Молодец. Так. Живем. Так. Осторожно. Но это мощный удар у него, наверное. Так, давай. Молодец. Ну, конечно. Так. Давай, делай удар свой. Так, осторожно. Ух ты, задел, молодчик. Ну, конечно, как же так? Так, задел. Так, осторожно. Ну, последний удар. Готов. Так, победа. Победа будет за нами. 3 фляжки еще осталось. Ну что, одеваемся. Берем. Так, ну, наверное, не буду одевать капюшон. Так, там делать нечего. Мы идем дальше. Вроде там все зачистил я. Черного рыцаря победил. Это хорошо. Просто даже замечательно. Отлично. Бой прошел тоже замечательно. Предсказуемо, как говорится. Противник легкий. Что здесь парни пишут? Предмет впереди. Бей перекаты. Ну, это, наверное, перекат то, что... То, что... Разбивать бочки надо. Так, ну здесь кто? Ничего, наверное, не изменилось. Солер. Поговорим с ним. Так. Да, Солер. Классный у тебя костюмчик, конечно. Ну давай. Мелочек нам не давай. Мелок белый. Мелок. Давай, мелок. Вот. Давай, давай. Все. Давай. Каким солнцем? Чё ты там любуешься? Не знаю. Тут, блин, все погибают, а тебе солнцем любоваться надо. Чё за бред у тебя в голове? А, Солер? Чё за бред-то в голове у тебя? Я даже не знаю. Так. Ну, здесь, наверное, бегом надо бежать.
Иначе будет хана. Ну нет, 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 нет. Успеть, успеть надо. Успел. Прилетел, прилетел. Пернатый. Я успел. Ха-ха. Так. Вообще по краю надо всегда бежать, чтобы он не задел. Так лучше будет. Так. Что там, ребятишки? Посмотри на него. Да, красивее стал он. Ярче. Красненький прям. Виверна. Вот в этой части она красивая, виверна. А вот в третьей немножко белый, блеклый. Ну, тоже красивый. Ну, вообще классно. Так, щит надо поставить. Щит, щит, щит. Так. Щит, мишень. Кстати, а истоком не могу пользоваться? О, да, исток. Нет, не могу. У меня 9 сил только. 9 силы. Так, ну чё? Я даже не знаю, не помню как. А, все, на одну эту только нажимать. Я думал, идет кто-то. Так, ну, отдохнуть, минуту костра. Давайте отдохнем. Так, что еще хотел? Я вам еще так бездомную шкатулку надо открыть. Ну, мелок оранжевый нужен будет. Так, это все нужно. Это все нужно. Это все нужно. Вот это не нужно. Так. А как он переместить? Так, прочитать не объяснить. Я переместил Homo N. А, ну как. Так. Ну все, хорошо. Так, что у нас здесь? Ничего не надо перемещать. Здесь надо эти колодки мечта посмотреть. Настройские мечты тоже посмотрю. Мне это на силу нужно. Вот этот надо переместить. Это переместить. Это переместить. Легкий арбалет ставлю. Так, что у нас здесь? Моргенштерн, ну, 11, ну, тоже переместить. Арбалет оставлю. А, кстати, арбалет на силу нужно. Так, посмотрим. Да, переместить не пойдет. Так. Так, это я переместил. Что у нас здесь? Исток. Тоже переместить. Это оставлю. Так, посмотрим. Астурский прямой меч. О, тоже переместить. Я не могу им пользоваться. Короткий меч. Коротким мечом могу пользоваться. Значит, оставлю. Можно им попользоваться. В принципе, у бандитов и были короткие мечи тоже. Такие небольшие. Ну, может, что лучше найдем. Ну, оставлю, в общем. Рукоять. Рукоять тоже можно переместить. Так, дальше, что у нас здесь? Здесь, здесь, это нам не надо. Не надо, это не надо, это не надо. Здесь нет ничего. Так, новый уровень, новый уровень. Ну, второе точно, наверное, надо все-таки одно поднять. Одну устройство, наверное. Тоже надо поднять. Так, ну. Еще один раз у нас есть. Так, все отлично. Так, ну, ладно. Так, 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 так. Ну, до следующего костра пробежать, если. Верно.
попробую до следующего костра пробежать и там закончу эту серию. Так, ну, можно здесь внизу идти, но я предпочитаю наверх идти. Сейчас эти. Здесь можно душ качать. Он залез. Залез все-таки. Ну ты зря залез, лучше бы там сидел. Хотя тебе все равно, у тебя глаза красные. Так. Посмотрим. Я здесь стою, не знаю, если только ничего не изменилось, но вот раньше можно было здесь стоять, лежать, она спускается. Если только ничего не изменилось. Ну, прыгаешь, нет? Прыгнешь? Ничего не изменилось. Все так же. Так, нет, 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 нет. Так, успел, получилось. Получилось. Ну, не знаю, она улетела, нет? Да, улетела. Ну, полетела. Здесь ковенант лириков. Прокачка. Вы также, бедологи, здесь скучаете, да? Ничего не делаете. Так, открываем рычаг. Так. Ну что, с вами еще покончу и соберу эти и на этом серию закончу. Так, ну что? Ну, конечно, как же. Да, давайте. Ну, а ты, как всегда, не прикрывал их, да? Ну, ну конечно. Ну, на тебе в спину тогда. Медлительно это больно. Клеймор. Классное оружие. Да, против щита. Смотри, удары как делают. Так. Так. Опоздал немножко. Так, давай с тобой. Где бэкстоп-то? Класс. Бэкстоп всегда отсутствует. Ладно. На этом заканчиваю свою очередную серию. Всем спасибо за просмотр. Если кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. А если кому не понравилось, ничего не ставьте. Всем пока. Желаю, чтоб души ваши не потемнели, как в этой игре. Будьте здоровы.